Ой, да без тебя мне крышка, сплю и вижу. Это поле РЖД-арены уже все целиком в снегу, но на РЖД-арене придумали гениальную штуку, взяли и укрыли поле вот такой вот пленкой. Смотрите, там газон, он сильно будет поднимать, там снег нет. Вот, все укрыто. Перед матчем просто пленку уберут, и все, и будет футбол. Класс. Мы сегодня решили запутать соперника. Посмотрите, кто будет капитаном. Видел условия похуже, что ли, в карьере? Пока нет. Нет, это самое? Нет, я думаю, это самое хуже, да. Вау. Но футбол будет. Ну, надеюсь. Будет что-то характерное, такое боевитое. И кто продавит, то покажет характер, но победит. Но когда мы играем зимой, мы должны быть внутренне готовы, что может быть мороз или будет снегопад, поэтому мы спокойно к этому относимся. Для нас не станет проблемой играть.
Леша просто мужчина. На первых минутах 1-0. Надо дожимать и забирать победу. Ну, в Москве сейчас холодно. Смотреть, конечно, не очень так хорошо, но игра жаркая, поэтому эмоции нам дает, и нам от этого тепло тоже здесь. Сейчас, а то что-то они как-то замерзли, надо их разогреть сейчас. Закончили на сегодня.
Спартизан способен давать огромный объем работы. Когда минусовая погода, тебе удобнее давать этот объем работы? Типа, ну, побегай побольше, согрейся. Спартизан любую погоду хорош. Нет, на самом деле, это когда минус на улице, это только тебя больше мотивирует на то, чтобы бегать еще больше обычного, поэтому это не влияет никак. Поле было в идеальном состоянии, спасибо большое, мы это очень ценим. Спасибо. Наир, победа. Спасибо.